Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас обзор заказа Mixit. Я заказывала для себя не декоративную косметику, а уходовую. Здесь у меня средства для тела. Скоро лето, и несмотря на карантин, я надеюсь, он все-таки скоро кончится. Нужно приводить свое тело в форму к лету, и поэтому здесь у меня всякие антицеллюлитные ништяки. Давайте вместе с вами открывать. Посылка, кстати, пришла очень быстро. Я заказывала курьерскую доставку, да, в связи с обстановкой. Обработала ее уже в прямом эфире, вот, который был недавно у меня на канале, прям в прямом эфире мне ее и принес курьер. Так, открываем с вами посылочку. Красивые у них такие коробочки розовые. Я первый раз, девчонки, пользуюсь какими-либо средствами Mixit. Очень много слышала отзывов. Так, здесь у нас вверху, наверное, все бумажки. Так, здесь у меня накладная. Промо-подарочки еще какие-то компания дает. Открыточка вот такая классная. Смотрите. Так, здесь по-английски написано описание товара, поэтому я вам буду по факту. Смотрите, вот такая вот открыточка с промо-подарками. Сейчас мы их с вами тоже все посмотрим. Такой конвертик, точнее, розовенький. Тоже так приятно. Девчачий-девчачий. Ой, девчонки, смотрите, какая здесь прелесть. Так, это у нас пакетик. Пакетик Mixit. Смотрите, какой красивый. Мне, кстати, вот таких маленьких пакетиков очень мало. Даже за один пакетик уже прям спасибо. Вот как он выглядит, да, внизу такой прозрачный, ой, даже объемный, но красивый такой пакетик. Так, дальше. Дальше, девчонки, это блокнотик. Смотрите, какая прелесть. Так здорово. Это блокнотик, и здесь просто белые листы для заметок. Блокнотики всегда нужны. Так, что у нас еще дальше? Welcome to Mixit Family. Это такая открыточка, да? И наклейки. Ну, это ребенку. Она будет просто счастлива. Можно, кстати, себе куда-то прилепить. Очень классно. Смотрите, две одинаковых вот таких наклеечки. На сумку можно, кстати, прилепить. Да, на блокнотик. Делать какие-то заметки. Класс. Это наклейки. Собачка, сердечки. Здорово. Ну и переходим к самим средствам. Я заказывала все в больших объемах. Так, первое, что попадается под руку, упаковано, кстати, хорошо. Вот смотрите, внизу переложена бумажкой. Посылка, даже если ее сильно трясли при перевозке, с ней ничего не случилось. Так, первое, антицеллюлитный крем-лифтинг для идеального силуэта с кофеином и экстрактом корейского перца. Я вам сейчас все поближе покажу. Корректирующий, регенерирующий скраб для идеального силуэта, скраб. И третий продукт – это биотермообертывание для сжигания жиров с тропическими экстрактами папайи, ананаса, маслами грейпфрута и апельсина. А все средства в объеме 250 мл. Такие большие бодейки. И все, вот здесь бумажка осталась в коробочке. Давайте посмотрим поближе, что же из себя представляют эти средства. Так, девчонки, давайте смотреть по порядку. Начнем, наверное, со скраба. Вот как выглядит этот бутылечек, бодикорректор. С кофеином, кстати, кофеин классно, да, для похудения, средство для тела с кофеином, это самое то. Вулканической пудрой и экстрактом фукуса. Так, посмотрим с вами информацию. Выравнивающий скраб от целлюлита, растяжек, обеспечит идеальное обновление и мощный лифтинг эффект, запускает процесс расщепления жиров. Кофеин, да, он ускоряет обменные процессы. Так, скорлупа кедровых орехов. Смотрите, все такое более-менее натуральный экстракт фукуса, ананаса, плюща и бамбука. Применение. Нанести на влажную кожу тела, интенсивно массировать и смыть водой. Используя 3-4 раза в неделю. Эффективно сочетается с другими антицеллюлитными средствами. Body upgrade. Запускаем апгрейд, девчонки. А также с мочалкой и перчаткой. Меры предосторожны для наружного применения. Так, годен. И состав. Вот состав, кому интересно. Я, конечно, на латыни мало что понимаю, но в середине вижу фруктовые экстракты. Много различных экстрактов. Так, вода. На втором месте, смотрите, уже вулканическая пудра, да. Так. Нет, хороший состав. Очень даже неплохой. Бензил, алкоголь у нас тоже есть, но на последнем месте, я думаю, совершенно не критично для того, чтобы продукт просто обладал большим сроком годности, да. И изготовитель у нас Россия, Москва. И вот сайт. Я ссылочку тоже оставлю под видео. Ссылочку на все продукты оставлю под видео. Вот такой интересный продукт. Давайте посмотрим теперь, как это все дело у нас запаковано. А, здесь у нас еще, кстати, есть, да, слюда. Это приятно. Так, и да, все, дальше нету у нас фольги. Слюда просто. Вот как выглядит этот продукт. Так, фокус. Фокусируйся.
И здесь действительно такие коричневые частички. Текстура довольно плотная. Мне кажется, будет круто, да, будет круто скрабировать. Частички довольно крупные, такого светло-коричневого цвета. Это у нас заявлено с вами скорлупа. Скорлупа кедровых орешков, размолотая. Здорово. Скрабируют классно, я уже это чувствую. Вообще супер. Да, классно скрабирует. Эффект отшелушивания будет тоже. Я такие продукты люблю, я с радостью и на лицо бы попробовала по запаху. Ой, запах классный. Запах какой-то крутой парфюмерной отдушки, прям вот, знаете, такого элитного парфюма. Чувствую здесь, кстати, ананасик, да, он есть. Есть какие-то цитрусы в составе. Ой, запах вообще, девчонки, запах просто бомба, потрясающий. Давайте смотреть дальше. Так, давайте теперь термообертывание посмотрим. Термообертывание для сжигания жиров с тропическим экстрактом папайи, ананаса, маслами грейпфрута и апельсина. Обертывание – это вообще тема, особенно на теплое время года. Можно под полиэтиленовую пленочку, а можно и просто мазаться. Грейпфрут, готу-кола, ананасы, папайя, опять апельсины, грейпфрут, витамин В3. Супер, отличный венотоник. Ой, это вообще здорово. Который способствует расширению поверхностных сосудов, улучшает кровоток. Потрясающе, девчонки. Я однозначно сегодня эту вещь попробую. Депантенол, это тоже замечательно. Наносим 2-4 раза в неделю тонким слоем на кожу тела под пленку, примерно на 20-30 минут. Далее снимаем остатки влажной салфеткой, либо смываем водой с мылом. Меры предосторожности. Избегаем касания слизистых оболочек. Срок годности на упаковке сейчас посмотрим. И состав. Вот он у нас опять. Состав тоже неплохой. На втором месте уже цитрусовые экстракты у нас идут. Хамомилла, это, по-моему, ромашка. Экстракт ромашки, глицерин. Так, бензилникотинат. Это у нас В3. То есть все основные компоненты, смотрите, прямо у нас вверху, на первых местах. Это здорово на самом деле. Так, и сейчас срок годности на упаковке. Вот они у нас сроки годности. До 7, 20, 21. Отличные сроки годности. Потрясающие. Давайте посмотрим, как выглядит этот продукт. Так. Ой, а здесь у нас, по-моему, да, а здесь у нас есть еще и фольга. Зафольгирована упаковочка. Вон какой-то розовенький. Здорово. Так. И посмотрим, давайте на другой руке теперь. Мне интересно, будет ли припекать, потому что это вроде термообертывание, да? Смотрите, на коже гель тает, начинает превращаться в водичку, запах. Ой, вот здесь пахнет папайей. Это просто потрясающий запах. Я обожаю манго и папайя в ароматах косметических продуктов. Ой, очень вкусный запах, вообще потрясающий. Вот при соприкосновении с кожей превращается в водичку, да? Тает. Хотя такое есть маслянистое ощущение, все равно написано у нас тонким слоем. Разношу тонким слоем по руке и сейчас посмотрим, будет ли какой-либо эффект. Конечно, надо пленку, но мне хочется, чтобы был, конечно, разогревающий эффект. Прям опять с фокусом какая-то беда. Ну, на кожу такой вот прозрачный. Прозрачный. Ой, запах потрясающий. Прям тропические фрукты. Супер, кто любит, это продукт ваш. Вот он сразу практически впитался, нет никакой липкости, никакого липкого ощущения, поэтому я даже думаю, что когда мы будем снимать пленку, да, то не понадобится смывать его водой, можно будет просто, да, убрать салфеткой там, если какая-то жидкость подкожная или жир вдруг начнет плавиться. Так, и третий продукт, это антицеллюлитный крем лифтинг. То есть, получается, подтяжка у нас, третья ступень уже, да? Для идеального силуэта с кофеином, экстрактом кайенского перца и коллагеновым комплексом. Коллаген действительно нужен для подтяжки, да? И лица, и тела. Да, третья ступень у нас. Вот. И что же у нас тут по продукту? Придает коже нежное золотистое сияние в составе системы коррекции фигуры. Лимфодренажное действие пролонгирует процесс липолиза. Это супер. Здесь у нас тоже кофеин, экстракт фукуса тоже, коллаген, эластин, опять же В3 винотоник, депантенол, экстракт зеленого чая. Супер. Наносим на чистую сухую кожу тела, массируем до полного впитывания. Эффективно сочетать, это понятно все. Подходит для ежедневного крема, придает коже золотистое сияние. Ух, если он с шиммером, это будет вообще супер. И состав. Кокосовое масло, смотрите, у нас на втором месте сразу.
Здорово. Нет, состав тоже очень-очень даже хороший. Просто потрясающий. Не тестируется на животных. Да, вот эти все значки. Здорово. Так, давайте смотреть. Здесь у нас он уже без... Нет, он у нас без слюды, но с фольгой. Здесь колпачок, если первого этапа матовый, у второго этапа глянцевый, да, у третьего этапа тоже глянцевый, без слюды, но зафольгировано все очень добротно. И сейчас мы с вами вскроем и посмотрим на консистенцию крема. Так, кстати, руке тепло. Руке, где мазала, наносила обертывание, прям тепло. Здорово. Так, давайте посмотрим теперь на крем. Крем нежного вот такого персикового цвета. Вот как он выглядит. И нам нужно его втирать до полного впитывания будет в кожу. Консистенция такая, знаете, кремово-гелевая, но чувствуется питание. Прям чувствуется питание, что в составе действительно есть масла. У нас там кокосовое, да, на втором месте. Запах. Запах классный, но все три средства абсолютно разные по запаху. Здесь такая парфюмерная отдушка, и тоже присутствует какой-то цитрусовый отголосок, но уже менее выражен, чем в других двух средствах. Тоже класс. Ой, и здесь есть шиммер, здесь есть блески. Смотрите, девчонки. Видите? На пальцах вот как-то больше виднее, чем на коже руки. Вот здесь блесточки. И здесь их действительно много. Вот видно, да, рука переливается. Классно вообще, супер. Вот Миксит этим радует, вот такими вот продуктами шиммерными для сияния кожи. Не только лица, да, но и тела. Вот они, блесточки все переливаются, да, это видно. Здорово. Консистенция очень, кстати, приятная и питательная. Кожа прям вот гладенькая-гладенькая. Девчонки, ну я пока очень довольна всеми этими тремя продуктами. Кстати, у Миксит есть свой YouTube-канал. Я обязательно оставлю на него ссылочку в инфобоксе. Там очень много интересных у них видео. Можно ознакомиться также с продукцией. Ссылочку на сайт Миксит, где можно заказать эту продукцию, да. И оставлю вам Instagram. Instagram Миксит. Там тоже много полезных отзывов, новинок и так далее. Все это будет в инфобоксе. Проходите, смотрите. Рука, кстати, после... Обертывание теплое. Вот по сравнению с этой рукой, она обычной такой температуры, а это теплое. Действительно, крем разогревающий, кровоток усиливает, это круто. Я просто уверена, что мне понравится первый шаг скраб, я уже знаю это на 100%. Второй шаг тоже рабочий, и третий полный восторг, это блесточки. Они прям по всей руке, большое количество, камера даже так не передает. Кожа переливается, светится вообще на лето, когда сейчас будем раздеваться. Надеюсь, все-таки выйдем из дома. Продукт потрясающий, прям просто потрясающий. И по питательным свойствам, потому что здесь много блесточек, вот этих золотистых шиммеров. Ну и на этом все, мои хорошие. Если видео вам понравилось и было интересно, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Все полезные ссылочки в инфобоксе. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.